Виновный в страшной аварии на улице Доватора не согласен с приговором. Парень уверен, мать с ребенком погибли не по его вине и просит отменить вердикт суда. Напомним, накануне Вотина и еще одного участника страшной аварии, Лысенко, приговорили к 6,5 годам колонии поселения. Осужденный Вотин с таким решением Фемиды не согласен и подал апелляцию. Он считает себя невиновным и требует отпустить его на свободу. Теперь этим делом займется Челябинский областной суд. Фемиде предстоит заново разобраться в деталях жуткой аварии на улице Доватора. Напомним, тогда легковушки устроили гонки, в итоге одна из машин влетела в остановку, разнесла цветочный киоск и задавила женщину с ребенком.